А вы в курсе, что профилактика заболеваний полости рта – самый доступный и безболезненный способ сохранить здоровье? Сделать визиты к стоматологу формальными, как можно более редкими, возможно, если следовать рекомендациям, правильно питаться и заботиться о здоровье зубов и полости рта. Ведь, как известно, любое заболевание легче предотвратить, чем лечить. Тем более, что запущенные кариес и болезни десен грозят осложнениями. Выполняя профилактические процедуры, можно обойтись без больших денег. Затрат на лечение, утверждают специалисты. Это в первую очередь заболевания слизистой полости рта и также некариозные и кариозные поражения. Это может привести к заболеванию пародонта, что в свою очередь повлечет за собой очень серьезные проблемы с зубами, такими как гингивит, пародонтит, пародонтоз. Необходимо, в первую очередь, обращаться к стоматологу один раз в 6 месяцев и ежегодно один раз в полгода проводить комплексную чистку полости рта. Также соблюдать все рекомендации, которые дает стоматолог для соблюдения гигиены в домашних условиях. Пигментированный налет сам по себе не может пройти, и в домашних условиях какими-то даже специальными пастами его прочистить не получится. Тут нужна уже помощь стоматолога в проведении комплексной чистки, потому что все зубные отложения, камни, они приводят к заболеваниям слизистой. И по поводу, например, отбеливания, косметическое отбеливание в торговых центрах очень сильно вредит эмали зубов, повышая очень сильно чувствительность зубов. Вот, поэтому мы рекомендуем проводить отбеливание только в стоматологических условиях. И на сегодняшний момент существует ламповое отбеливание, и оно более бережно отбеливает зубы, не повышая при этом чувствительность зубов. Есть показания для отбеливания, но они такие варьирующие, то есть это не принудительное показание, а показания по желанию пациента, когда действительно присутствует желтизна зубов, или пациенты, которые готовятся к ортопедическому лечению, мы, в принципе, рекомендуем проводить отбеливание. Если мы говорим о профилактике в домашних условиях, необходимо соблюдать правила гигиены полости рта, чистить зубы 2 раза в день, использовать правильные предметы и средства гигиены по уходу за полостью рта и также использовать реминерализующие гели, которые позволяют насыщать эмаль, укреплять эмаль, чтобы эмаль была более здоровая и менее подвержена кариозным процессам. Здоровье полости рта зависит от ряда факторов – правильного ухода за зубами, качества воды, продуктов питания, наследственной предрасположенности, возраста и анатомических особенностей. Профилактика зубов подразумевает регулярный контроль состояния здоровья и качественный уход за полостью рта. Стоматологи утверждают, что большинство из нас чистят зубы неправильно. Необходимо проводить 3-минутную чистку зубов щеткой не менее 2 раз в день – с утра после завтрака и вечером перед сном. Но в домашних условиях невозможно провести качественную чистку эмали, тем более убрать зубной камень. Очень важно прочищать каждый зуб со всех поверхностей. Зуб у нас имеет 5 поверхностей. Сейчас мы будем снимать над и под десневые зубные отложения ультразвуком. Очень важно это делать под увеличением, под дентальным микроскопом. Зеркало. Имеется поддесневые зубные отложения. И под микроскопом, под хорошим увеличением, их очень хорошо, достаточно видно. Чего проблематично для пациента оценить в домашних условиях. Профилактическую чистку мы рекомендуем проводить один раз в 6 месяцев. Пациентам с брекетами и с какими-то несъемными ортопедическими конструкциями возможны гигиены раз в 3-4 месяца, потому что достаточно много идет скопления над и поддесневых зубных отложений, особенно в области брекетов.
После процедуры рекомендуется 1 час не кушать и не пить. Не использовать ничего красящего сегодня из продуктов и напитков в свой рацион. То есть кофе без молока, крепкий чай, красное вино, чтобы зубы не окрасились после процедуры гигиены. Щетку зубную обязательно нужно поменять на новую, потому что на старой скапливаются зубные микроорганизмы с полости рта. И чтобы они не перешли на очищенные зубы, необходимо щетку поменять. Не рекомендуется употреблять мягкую щетину. Почему? Потому что мягкая щетина не справляется с зубными отложениями и недостаточно хорошо прочищает в области десны. Рекомендуется замена зубной щетки 1 раз в 2-3 месяца. Пациенты, которые любят усердно чистить зубы, могут ее менять почаще. То есть нужно оценивать состояние щетины зубной щетки. Если необходимо, то ее можно менять чаще, чем 1 раз в 2-3 месяца. Также нужно помнить, что необходимо правильно чистить каждый квадрат зубной, начиная с верхней челюсти. Мы производим вертикальные движения от десны вниз, прочищая каждый зуб. Также можно совершать круговые движения, это своего рода массаж десен. Не рекомендуется чистить горизонтальными движениями, потому что такими движениями можно травмировать десну. Это приводит к заболеваниям слизистой и к травматичным поражениям десен. Также можно использовать звуковые и ультразвуковые зубные щетки. Сейчас мы перешли на звуковые зубные щетки и рекомендуем обычно использовать их. Почему? Потому что они более щадяще снимают все зубные отложения в области десны, при этом не травмируя десны. Также необходимо помнить, что нужно чистить зубы с окклюзионной жевательной поверхности. И очень важно чистить со стороны языка, тоже от десны вверх, соответственно, на верхней челюсти от десны вниз. Также можно употреблять ополаскиватели, использовать ополаскиватели. Есть лечебные ополаскиватели, которые рекомендуются пациентам с проблемами десен, чтобы избавиться от кровоточивости десенок. И есть ополаскиватели для ежедневного использования, которые позволяют привести полость рта к свежести дыхания. И это ежедневное мероприятие. Заботиться о зубах необходимо с детства. Комплексные меры снижают риск инфицирования постоянных зубов у детей и подростков на 80%, утверждают стоматологи. Даже несмотря на то, что молочные зубы временные, их тоже необходимо чистить и вовремя лечить. Мы используем более щадящую чистку зубов. Как правило, мы не используем пескоструйный аппарат до 6 лет. А с 6 лет можно использовать пескоструйный аппарат, но без глицина, чтобы никак не повлиять на период формирования эмали зубов. Все зависит от возраста ребенка. Если до смены зуба еще больше года, то зубы, конечно, необходимо лечить. Но тоже смотря какой диагноз, потому что если диагноз периодонтит гранулирующий и есть риски того, что воспалительный процесс может прорвать капсулу зачатка постоянного зуба, то тут уже нужна консультация хирурга и стоматолога-ортодонта. Сочетание домашней и профессиональной профилактики позволяет достичь максимального эффекта, и в этом случае немаловажную роль играет правильно подобранная паста и щетка. Есть электрические зубные щетки, но, как правило, мы в последнее время придерживаемся использования звуковых зубных щеток, потому что они более бережно и щадяще снимают зубные отложения в области десен, пришеечной области зубов, не вызывая при этом кровоточивость десен и возможное образование каких-то дефектов, таких как клиновидные дефекты, потому что некоторые пациенты достаточно усердно чистят зубы, даже электрическими зубными щетками, тем самым провоцируя десны к воспалению и образование дефектов.
Лучше прибегать к консультации стоматологов для того, чтобы предотвратить какие-то дальнейшие осложнения. Профилактикой необходимо заниматься как взрослым, так и детям, потому что без профилактики невозможно исключить развитие кариозных и некариозных поражений, заболеваний десен, которые в дальнейшем могут привести к осложнениям. Допустим, кариесы будут переходить уже в осложненные формы, пульпиты, периодонтиты, и в дальнейшем это может привести уже к каким-то ортопедическим сначала, к ортопедическому лечению, а затем к хирургическому. Также заболевания височно-нижнечелюстного сустава, проблемы с прикусом и заболевания слизистой, гингивит, пародонтит, пародонтоз. Пациентам с пародонтологическими заболеваниями, с воспалениями десен мы рекомендуем пользоваться ополаскивателями с травами, которые содержат в своем составе больше трав, нежели химических компонентов, для того, чтобы избавиться от кровоточивости, от воспалительных процессов в области десен. Так же, как и пасты тоже мы рекомендуем использовать на основе трав. Для ежедневного использования ополаскивателя мы назначаем по желанию пациента, потому что здесь уже больше идет антисептическая обработка полости рта и свежесть дыхания. То есть, в принципе, если пациент механически хорошо все удаляет, все зубные отложения, то, в принципе, использование ополаскивателей для ежедневного использования не так важно. Паста должна содержать сбалансированное содержание всех микроэлементов. А пасты со фтором. Есть пациенты, которые постоянно пользуются пастами со фтором, но это может привести к таким заболеваниям, как флюороз. Это пятна на зубах, некариозные поражения, и от них достаточно сложно потом избавиться. То есть, возможно, даже потом эстетически приходится избавляться терапевтическим лечением или с использованием виниров у ортопеда. Лучше использовать комплекс, в который есть кальций, фтор и другие микроэлементы. Также есть пасты на основе ксилитола. Это антикариозный компонент, который оказывает хорошее воздействие на зубы и оказывает профилактическое воздействие на зубы. Зубную нить мы рекомендуем использовать всем нашим пациентам. Очень важно правильно подобрать зубную нить, потому что некоторые пациенты подбирают некорректно зубную нить и некорректно ее используют. Тем самым они повреждают десны, и это тоже приводит к заболеваниям десен и к травматическому гингивиту. Наше общее состояние организма сказывается на состоянии зубов. Поэтому очень важно следить как за полостью рта, так и за нашим общим состоянием организма. Необходимо правильно сбалансированно питаться, в свой рацион включать больше овощей и таких продуктов, которые позволяют полости рта самоочищаться. То есть это яблоки, морковь, то, что твердое и позволяет очистить полость рта за счет естественных процессов. И также деткам мы рекомендуем использовать жесткие продукты, овощи для роста челюстей, для корректной смены зубов по возрасту. И также необходимо употреблять молочные продукты в свой рацион, потому что очень частая проблема – это деминерализация зубов, то есть образование белых пятен на отдельных участках зубов. И если пациент недостаточно употребляет в свой рацион кальций-содержащих продуктов или, допустим, витамины, если пациент не пропивает, то эти участки деминерализации, они со временем могут перейти в кариозные процессы. Монопучковые щетки тоже, вот, например, у меня есть, у многих наших специалистов есть, потому что это дополнительная чистка зубов, более качественная. И, как правило, сейчас на всех электрических или звуковых зубных щетках есть индикаторы, которые позволяют оценить, и когда уже необходима замена насадки, как правило, там есть индикатор, который показывает, что нужна замена насадки.
современной стоматологии очень часто используются ирригаторы. Это аппараты для домашнего использования для пациентов, также для профилактики заболеваний десен и развития некариозных и кариозных поражений зубов. Особенно стоит уделить внимание тому, что пациенты, которые имеют брекеты и ортопедические конструкции, не могут достаточно качественно прочистить под этими конструкциями в домашних условиях. Ирригатор – это аппарат, который позволяет качественно прочистить под ортопедическими какими-то там мостами, несъемными конструкциями в области имплантатов. Это предотвращает развитие заболеваний. Необходимо посещать стоматолога один раз в 6 месяцев на контрольные осмотры и профессиональную гигиену полости рта. А также необходимо соблюдать все рекомендации, которые дает ваш стоматолог по поводу ухода за полостью рта в домашних условиях. Зубную щетку необходимо менять один раз в 2-3 месяца. Необходимо следить за состоянием щетины и состоянием зубной щетки. И если необходимо, то менять ее, конечно, чаще. Также необходимо использовать в домашних условиях флосс, зубную нить для более качественной чистки межзубных промежутков. Ну и задуматься об использовании звуковых зубных щеток и ирригаторов в ежедневной домашней чистке. Профилактика болезней полости рта очень важна для всего организма человека. Существует стойкая связь между стоматологическими заболеваниями и сердечно-сосудистыми и респираторными, диабетом и даже онкологическими болезнями. Привычки, связанные с чисткой зубов, должны формироваться с раннего возраста. И здесь пример детям должны подать сами родители.